Казанский федеральный университет и Французский институт нефти в скором времени перейдут на новый этап сотрудничества. В планах сторон совместные научные исследования в области поиска, разведки, добычи и переработки нефти и газа. При этом акцент будет сделан на нетрадиционных углеводородах. Об этом речь пошла на круглом столе, который состоялся на второй день визита французских коллег. Мы подписали с ними соглашение. Срок которого заканчивается в этом году. Значит, вот они приехали подписать новое соглашение. Мы сейчас обсуждаем новые направления, где мы с ними будем работать уже последующие 3-4 года. Их интересует у нас разработка высоковязких нефтей, которыми мы занимаемся, потому что где-то в каких-то областях нам удалось выйти вперед в использовании катализаторов для добычи высоковязкой нефти. Вот в этой области мы впереди планеты, что называется, всей, да? Напомним, что ранее Казанский университет и Французский институт нефти активно взаимодействовали в области образования. В частности, на базе Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ были организованы курсы повышения квалификации для специалистов российских нефтегазовых компаний. Также 2 года назад стартовала программа двойных дипломов в области геологии для магистров. То есть это огромный такой институт, научный, и в том числе у него есть образовательный департамент. Они ведут подготовку магистров для всего мира. У нас с ними в этом направлении тоже есть программа совместная магистерская. Значит, наши магистры учились, заканчивали IFP магистратуру по нефтегазовому делу, по геосайенс. Более детальное обсуждение потенциальных направлений для сотрудничества и возможных совместных проектов состоялось на прошедшем круглом столе с участием руководства КФУ. Также на встрече были подведены промежуточные итоги сотрудничества сторон. Адель Шемилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.